Всем привет, друзья! Сегодня на тесте пожаробезопасности литий NMC элемент фирмы Тафель. Да, я раньше думал, что это специально они искажают фирму Тефаль, но на самом деле есть такой завод Тафель, и производит он хорошие элементы, аккумуляторы собирает. Китайский бренд, довольно неплохой. Я уже использовал эти элементы в разного рода проектах. Видео, кстати, есть на канале. Тесты тоже этих элементов есть на канале. Кому интересно, обязательно посмотрите, полюбопытствуйте. Сегодня я буду издеваться над ним. Попытаюсь его поджечь. Не знаю, загорится он или нет. Элемент заряжен. 4,12 вольта на нем. Попытаюсь его замкнуть. Это, конечно, маловероятно, что это получится его замкнуть, но поискрить можно. Вот сразу видна такая отдача. Элементы 26650, 32700 так не искрят. Вот это я понимаю. Замкнуть его не получается, потому что сразу же отгорает никелевая лента. Медь сразу же моментально отгорает. Представляете, сколько в нем энергии? Это просто капец. Элемент на 106 ампер-час. Очень емкий элемент. Энергоемкость очень большая. Попробую его сначала повредить, так как бы это было в электротранспорте. Какое-то небольшое повреждение, смятие. Для начала попробую сделать так. Повреждение выдерживает. Небольшие смятия. Нормально все. А выдержит ли он прокол? Помню, я уже молотком пробивал элемент катал на 60 ампер-час. Эпично он загорелся. В этот раз элемент Тафель на 106 ампер-час я хочу проткнуть гвоздем. Попробую.
Это было эпично. Это было хорошо. Такой элемент запоганить, скажете вы. Что не сделаешь ради науки, так скажем. Производители ведь нам такого не покажут, правильно же. Сколько там меди и алюминия. Красота. Как и следовало ожидать, литий NMC элемент на 106 ампер-час фирмы Тафель тоже горит, тоже неплохо горит. Особенно если его проткнуть гвоздем, прям сразу же воспламеняется. Нельзя допускать повреждений литиевых элементов, особенно сильных повреждений. Я хочу, чтобы это знало как можно больше людей. Поэтому нужно аккумулятор, когда вы его собираете, полностью защищать, стараться делать для него корпус жесткий. И тогда проблем не должно быть. В корпусе эти элементы выдерживают серьезные перегрузки, ничего с ними не происходит. Главное их не сминать, не протыкать, не прокалывать. Это самое страшное для них. Красота. Я сброшу мокрую листву сверху. Должна воспламеняться. Не знаю даже, какая тут температура. Но должна воспламеняться она. Температура высокая. Специалисты, кто знает, какая здесь температура по цвету, можете написать в комментариях. Жар от него идет, капец. Я рад каждому, кто смотрит мои видео, делится ими в соцсетях, ставит жирные лайки, оставляет длинные, предлинные комментарии из 5 и более слов. Так алгоритмы YouTube лучше работают. Это помогает продвигать видео и канал в целом, чтобы больше людей увидело, как правильно эксплуатировать литий NMC, литий-ион, литий-полимер и другие элементы. А клапан, кстати, не сработал. Клапан остался целый. Насколько тонкая там фольга, но он остался целым. Видимо, давление здесь локально было, вот в этом месте, туда оно не пошло. Также остались целыми выводы. Но они, кстати, довольно короткие. Если засверливаться, то буквально на несколько миллиметров, кстати говоря. Запах, конечно, интересный. Вот такое вот видео у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Увидимся в следующих видео на канале. Всем пока, друзья!